Гранит – красивый, роскошный камень, имеющий богатую цветовую палитру и хорошо сочетающийся с другими видами строительного материала. Его используют в столичном отеле «Хилтон» и парке «Ташкент-Сити». Там был применен высококачественный гранит, добываемый компанией «Гранит Industries Technology». Компания считает одним из приоритетов бережное отношение к природе, а потому делает добычу максимально благоприятной для окружающей среды. В недрах Нуратинских гор в месяц добывается почти 2000 кубометров природного камня. Это позволяет предприятию выйти на ведущие позиции в добыче и обработке гранита в республике. Карьер оснащен современными камнедобывающим оборудованием и имеет спецтехнику для очистки горных пород. Наша компания Granite Industrial Technology взяла кредит у НБУ в размере 4 миллиона. $455 тысяч, которые были освоены для покупки оборудования, которое находится у нас как на заводе, так и в карьере. В заводе Granite Industrial Technology работает порядка 250 человек. И в нашем карьере работает 50 человек. Завод по обработке гранита находится в промышленной зоне Сергелинского района и занимает территорию более 14 тысяч квадратных метров. Строительство этого завода заняло около 5-6 месяцев. Его производственная мощность составляет около 20 тысяч квадратных метров готовой продукции в месяц. Мы режем большие куски камня с помощью дисков, а затем полируем и шлифуем их. После этого упаковываем и отправляем в виде готовой продукции. Все меры техники безопасности выполняются. Нам выдают каски и специальные наушники. Компания изготавливает по желанию клиента как гранитовые заготовки, так и распиливает их по техническому заданию заказчика, что позволяет значительно сэкономить время при масштабных проектах. Обработка камня современными аппаратами экономит время в сравнении с более традиционными способами, позволяет получить блеск гранита и уменьшает отходы. Granite Industries Technology не стоит на месте. В дальнейшем компания планирует увеличить количество рабочих мест и производственную мощность.